В феврале 2020 года я вместе с девушкой распивал спиртные напитки. Опьянев, я совершил в отношении одной из женщин аморальное действие, унижающее ее честь и достоинство. Снял все происходящее на видео. Впоследствии не обдумав свои действия и выложил на YouTube. Хочу принести свои извинения за свои аморальные действия. Вину свою признаю, с деянием раскаиваюсь.